Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета, телефон 555-525. Довольно любопытным вышел диалог между активистами ночного патруля и водителем 14-й на улице Потребкооперации. Мужчина признался, что он в очередной раз сел пьяным за руль, однако задержанный отрицал, что в этот вечер он проехал на перекресток на красный сигнал. В чем причина такой принципиальности, узнавала наша съемочная группа. В Чистых прудах общественники заметили серебристую 14-ю с пьяным водителем. Он подъехал к перекрестку, зачем-то остановился на зеленый сигнал, а поехал, когда загорелся красный. Стоит на зеленом, кривенько встал, плохо стартует, перегазовывает. Дождался красного и проехал на красный. Активисты задержались на красном, но сотрудники ДПС были рядом и поехали за 14-й. Они туда ушли. Почему? Там же можно спуститься. А, можно? Машину остановили на улице Потребкооперации. Водителя сразу посадили в патрульное авто, а пассажир вышел в прямой эфир и стал кричать. Он был явно зол из-за задержания. Я только что ее ржать слышала. А вы опять снимаете? Прямая трансляция, да? Нет, давите, не надо, снимать. По словам пассажира, то, что пьяный водитель проехал на красный, он не заметил. Я смотрю, думаю, где на светофор, что ли? Я пассажир, не водитель. А вы за свое здоровье, что ли, не переживаете? Переживаю. С пьяным за рулем это крайне опасно ездить. Почему он пьяный считает? Ну, я точно знаю, что он не пьяный. Да? Денис был согласен со своим нарушением, оно стало для него повторным. Теперь водителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако Денис был не согласен с одним, что он проехал на красный сигнал светофора. Не нарушил, не глаза свет. Да ладно? Да ладно. Нет, честно, мы ехали за тобой, ты дважды на красный проехал. Я не поехал на красный. Первый раз у путепровода. Завершал маневр. Не, ты не успел. Ты дождался, когда красный, почему ты и поехал? Я так-то ехал на завершающем. Принципиальный Денис настаивал, что на красный он не ехал, однако для него теперь это мелочь. Впереди разбирательство по уголовному делу за повторное пьяное вождение. Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия.